Трупы свежие. Есть обходной путь? Если был, мы бы сюда не пошли. Давай, Лев. Открывай. Пошли. Давайте. Вы в порядке? Да.
Иди. Как рука? Все под контролем. Ну-ну. Увидите припасы, берите. Нам нельзя трогать вещи из старого мира. Сдурел? Так, плюнь на запрет. За деревьями леса не видишь. Да, это был каламбур. Каламбур? Первый раз вижу, чтобы шрамы были шрамы. Серафитов. Что ты натворил? Постригся на лысо. Можешь не говорить. Мне все равно. Я давно хотела что-то подобное изучить. Порежь на ленты. Ложись. Сейчас начну, хорошо? Так. Готова? Тебя зовут? Эбби. Спасибо за помощь. Здесь очень много народу. Даже если ей плохо, вам надо будет уйти до утра. Посмотрим. Да. Вон он.
руке. Отсюда уже по прямой. О, Боже! Черт! Что дальше?
дальше. Блин.
Попробуем еще раз. Оуэн! Оуэн, хорош! Он должен быть где-то в дальней части.
А если... Ну что, я иду ради тебя. Богом клянусь, только заикнись про это стекло. Так, рюкзак твой тут. Это кровь? Эй, Оуэн! Вашу мать. Ну, конечно. Оуэн? Ну, он и сволочь. Айзек прислал тебя. Не он. А это что? Разбираю, чтобы потом починить. Ясно. Хочешь? Нет. Как знаешь. Дэнни мертв. Ясно. Скажи, что там случилось? Зачищали один лагерь, лишь пара шрамов, и я врезал одному сильно, и он упал. Оружие было рядом, но он его не взял. Он взглянул на меня. Он был старый, усталый. Он ждал. Смерти. Я убивал шрамов. А этот... Ублюдок.
Я не смог. Конечно, Дэнни как с цепи сорвался. Я сказал все. Сам добивай, если хочешь. Он на меня пушку навел. Я ее схватил и... Сперва я и не понял, в ком из нас пуля. Ты защищался? Брось. Я помогу. Я схожу к Айзеку. Я устал, Эбби. Не хочу защищать то, что мне нахрен не нужно. Отправлюсь в Санта-Барбару. Это же слухи. Я их слышал не раз. Цикад искать глупо. Их нет. Это след. И надо рискнуть. А как же Мел? Останется здесь. Ладно. Поговорим утром, как проспишься. Не надо. Что? Говорить со мной, как с психом. Ты все понимаешь. Если цикады и впрямь в Санта-Барбаре, я бы бежала оттуда подальше. Что? Ничего. Это разумно. Серьезно. Да, и что мне делать, Эбби? Искать людей, которые убили моих родных? Мучить их? Я могу пытать их, пока они не начнут... Сраные дети.